То же самое упражнение с другой ноги. Разминка закончена. Поклон. Узкая фронтальная стойка. Боевая стойка. В профиль боевая стойка. Определение длины боевой стойки. Определение ширины боевой стойки. Стопы ставятся на ширину плеч. Передвижение в боевой стойке. Вперед начинается с пятки, затем нога подтягивается до исходного положения. Продвижение назад. Сзади стоящая нога движется первой с носка, затем